Когда-то на этом месте стоял обычный мусорный контейнер. Сегодня отходы выше человеческого роста. Всего в двух шагах расположены жилые дома. Хозяева негодуют, у всех в районе завелись грызуны. Крысы бегают здесь, и мыши тоже развелись, и собак очень много у нас здесь бегает. Именно из-за этой помойки. Здесь мухота, здесь, извините меня, ванизм. Это вот так вот все терпеть. Крысы вон бегают, большие ребятишки, считают, тут столько ребятишек живет. Последний раз мусорщики были здесь в мае. С тех пор жители улицы Омской продолжают выносить ссор из домов на прежнее место. И гора становится все выше. Ветер разносит отходы вдоль по улицам. Рядом с помойной кучей – дом отдыха железнодорожников. Здесь челябинские, свердловские, петропавловские машинисты пассажирского движения отдыхают вот на это вот, извините меня, не знаю, как назвать, на это все смотрят. По словам местных жителей, в управляющей компании «Развитие» обещали решить проблему, однако ВОЗ и ныне там. Горожане заверили, за вывоз мусора они платят регулярно. Юлия Васильева, Мария Иванова, Никита Мухин, Светлана Брагина. Информационное агентство «Курган.ру».